Начинающие предприниматели часто испытывают нехватку денег на развитие своего дела. Одним из видов помощи, которую коммерсант вправе получить в 2019 году – субсидии на развитие малого бизнеса. Открыть свое дело не всегда просто. Множество документов, планов, стратегий, да и денег на открытие бизнеса надо много. Именно поэтому Центр занятости города Печора уже не первый год оказывает помощь гражданам, которые хотят открыть собственное дело, в рамках государственной услуги по содействию самозанятым. Воспользоваться данной услугой могут все безработные граждане. Для этого им нужно обратиться в Центр занятости по месту жительства и встать на учет в качестве безработного. На этом, конечно, не все. В дальнейшем необходимо заполнить соответствующее заявление, пройти тестирование на определение готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, подготовить бизнес-план и успешно защитить его перед комиссией центра. После чего гражданин может зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и получить от центра занятости единовременную финансовую помощь в размере 96 тысяч рублей. Эти деньги он может потратить на закупку оборудования, расходных материалов, либо же на аренду помещения. И 800 рублей эти деньги он может потратить на оплату государственной пошлины. Если разобраться во всех бумагах и предпринимательской деятельности самостоятельно у вас не выходит, Центр занятости готов вам в этом помочь. В нашем центре закреплен ответственный сотрудник, к которому можно обратиться. Он даст подробную консультацию, какие документы предоставить, в какие сроки, нужно пройти процедуры для того, чтобы оказать эту услугу. То есть это все у нас есть. Стоит отметить, конечно, два момента. Во-первых, ведение предпринимательской деятельности должно осуществляться не менее чем один год, то есть закрыть свой бизнес вы не сможете. И во-вторых, Центр занятости ведет контроль за использованием субсидий, то есть гражданин должен отчитаться за все потраченные суммы. Если именно вы давно хотели открыть свое дело, но не знали, куда обратиться, Центр занятости населения ждет вас. Сотрудники помогут вам составить бизнес-план и дадут подробную консультацию по этой теме.